Вчера, 6 декабря, в Ульяновске начал работу Международный исторический форум, посвященный столетию Великой Российской революции. Чтобы обсудить острые и спорные вопросы, связанные с событиями вековой давности, в Ульяновск съехались ученые-историки из 8 стран Европы и СНГ. Формат форума – это сочетание работы научных секций, молодежные дискуссионные площадок, круглых столов, выставок и публичных лекций. На секциях были рассмотрены вопросы опыта регионального правотворчества и взаимодействия с центральной властью. Ученые попытались найти ответ на вопрос, как Великая Российская революция, явление мирового масштаба, последствия которого до сих пор заметны в самых разных частях земного шара, сегодня отражается на современной жизни.